Здравейте. Я знаю на български. Знам, че вече нямате търпение да приключваме, обаче сега искам да кажа нещо, защото следващия... Я знаю, что вам не терпится, чтобы мы закончили, но я бы хотела еще что-то сказать. Потому что на следващия път няма да... Защото следващия път няма да... Да го кажа. Да го има вече, да. Да. В следующий раз я могу и не сказать добре, уже. Добре. Аз работя като в един социален център като педагог. Я работаю в социальном центре как педагог. Правим обучение за хора, които искат да усыновят деца. И мы обучаем людей, которые хотят усыновить детей. Сначала, отначало това го правиха само психолозите в нашия център. И сначала этим занимались только психологи из нашего центра. После не задължиха всички да го правим. Но сейчас как бы обязывают всех нас это делать. Не всички обаче сме минали обучение за това. Мы прошли обучение? Не прошли. Мы не прошли. Не всички сме обучени. Не все мы обучены. Аз също не съм. Я тоже не была обучена. Но трябва да го правя. Но должна это делать. Это на за 3 дни. За 3 дня. Около 4 часа работим с хората. Около 4 часов обясняваме мы им пред какво предизвикателство се изправят. Обясняем им пред каким... С какими трудностями они сталкиваются. И особенности на децата, които са оставени, изоставени. И особенности детей, которые были оставлены. И много други неща. И многое другое. Работим по двойки. И мы работаем парами. Моята партньорка много се притеснява да говори пред хора. Моя партньорка очень стесняется говорить перед людьми. Не може да говори. Она вообще казва едно две изречения и загубва гласа. Говорит два-три предложения и теряет голос. Да. И цялата тежест беше върху мен да водя. И все тяготы упали на меня, чтобы я проводила это общение. И трябваше да сме подготвени, изчетох 2-3 книги. И нам нужно было подготовиться, я прочитала 2-3 книги. Една презентация от 100 слайда. Одну презентацию в 100 слайдов. И хубаво да се знаят, не да се четат. И они, их лучше знать, а не просто прочитать. И вообще не е лесно да говориш дълго време пред хора, вие знаете. И вы знаете, что это нелегко разговаривать много времени с людьми. Дни наред. Несколько дней подряд. Но слава Богу, нашата група беше много добра, много сърдечни, мили хора. Но слава Богу, наша група очень была такая хорошая, очень приятные люди. А между тях имаше едно семейство, което вече са усиновили един път дете. И между ними были люди, которые уже усыновляли ребенка. Просто така се получи. Просто так получилось. И те много ни помагаха през цялото време, като споделиха своя опит. И они нам очень помогли, они делились своим опытом. Беше много интересно. Это было очень интересно. Хората задаваха много въпроси. И люди задавали очень много вопросов. Много се интересуваха за всичко. Очень интересовались всеми деталями. И искаха да продължим 5 дни, а не 3. И хотели, чтобы мы продолжили 5 дней, а не 3. Слава Богу, приключихме успешно, бяха много доволни. И мы закончили успешно, все люди были довольны. И искам да благодаря на Бог, че ми даде сили. Поблагодарить Бога, что он мне дал силы, мудрости. Отмахна притесненията. Убрал все переживания. И дал на точный момент, что сказать так. И просто так, все как пъзел. Като пъзел. Всичко се подреди. Как в помазаечке все, что мне нужно было сказать. Да, я думаю, мисля. Извинявайте, но почна да мисля на русский вече. Я уже начала думать на русском. Да. Също така мисля, че дори да не говорим директно и да не проповядваме Божието Слово. Так же думаю, что когда мы даже напрямую не говорим о Боге, про Божие Слово. Божий Дух так действует через нам. Божий Дух все равно действует через нас. Да. И нещата се получават и хората го усещат. И поэтому все получается и люди это чувствуют. Да. Очень благодарна.